Так, еще раз всем привет, друзья. Решил я еще парочку часиков перед сном посидеть, позалипать в ту симу. На самом деле очень любопытно, чем закончится этот самый квест, который я начал, но не закончил. Этот немножечко бесячий квест. Отлично, кстати. Отличный сейф. Очень меня радует в современных условиях, в современном гейминге, когда ты можешь в любой момент выйти из игры и потом к ней, собственно, вернуться. Сейчас посмотрим, чем там дело заканчивается. На расслабоне посижу. Нинцы, привет, спасибо тебе. Ух, нифига. Нормально он меня кольнул. Привет еще раз, Форс. Что-то он меня не атаковал, странное какое-то дерьмо. Косяу, косяу, косяу. Ах ты, падла. Смотрите, что творит вообще. Ты че? Ай, бочит. Так, стойка, стойка, стойка. Сейчас на крупного переключимся. Простой, кстати, бой. Чувствуется окончание этого квестика. Малость нос, говоришь, квасик. Дал свои плоды. В нос, говорю, серьезно? Да нет, нормально. Я чая напился. Я две кружки чая выпил. Я просто замерз, у нас прохладно ласенько. Слушайте, прям вообще бой такой плотный. Так, одну секунду. У меня тут летает какая-то сука. Ну-ка пошла. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Да вот падла-то, вы чё? Чё, издевач? Смотрите, он прям полностью меня блочит. Понимаю, что стойка, наверное. Жесть. Боже. Ну все, добивай фаталити, давай, делай. Попал. А может их с лука всех разобрать? Да и все. Да не париться. Он вообще до туда не достреливает. Ну
Херня какая-то. Я же вроде убил этого золотых доспех. Копейщиков какая стойка? Стойка ветра, по-моему. Сейчас почему-то копейщик ушел. Так, окей, один хил есть. Сейчас вообще на изичи копейщика разобрал. Да блин. Окей. Фу, жесть. Чё-то прям вообще жесткий бой. Спасибо, Райдер Веном. Какой там удачный стрим. Делаем ставки, будут ли доспехи. Или нет. Или это все, что мы тут найдем. А, вижу. Птичка-то, кстати, сюда летела. Походу, она нас на возвышенности будет ждать. Да кому? Что-то я тут попрыгал, мне я прям соскучился, знаете, по такому полноценному паркуру. Может, Tomb Raider потом как-нибудь какой-нибудь стримануть или Uncharted на харде. А то тут, знаете, немного кастрированный паркур. Ну, как сказать, кастрированный? Он очень упрощенный. На одной кнопке буквально. Просто направление выбираешь и все. Так, момент истины. Чё? Ну, у меня очень похожие были. Очень похожие, по сути, только цвета. Эти доспехи принадлежат Гасаку, защитнику крестьян Цусимы. Повязка Гасаку. Ну, давайте... О, нет, смотрите, у него вон какой этот... Я не знаю, как это называется. Как это назвать? Не пиджак, а как накидка, короче, назовем ее накидкой. Окей, забавно. Забавно. Так, теперь куда?
Теперь куда-то направо. А нет, птица-то, кстати, птица что-то еще летает здесь. Или все? Ну-ка. Ну, в принципе, можно, наверное, попробовать, что он тут только не хочет совершенно спускаться, нет. Погоди, отпусти. Да, тут не спуститься. Надо как-то. Может, тут есть какой-то быстрый спуск? А просто тупо обойдем. Чё тут мудрить вообще? Господи, какие проблемы тут со спуском на этой локации. Праздник поединков. Ваше оружие вдоволь насытится кровью и страданиями недругов. Окей, то есть вот этот вот квест, он по сути только тяжелым боем с монголами закончился. Больше по сути нифига тут. Окей. Короче, один из самых провальных квестов. Если бы он каким-то приколом заканчивался, типа доспех никаких нет на самом деле, я бы порофлю. Но, блин. Вот это вот место меня смущает. Я хочу сюда сходить, посмотреть. Что-то так активно. Что-то продвигается, может там тоже какая-нибудь побочка активируется. Посмотрим. Так, кстати, у Зверолова. Так, стрела. Ну, в принципе, количество. Блин, тут курильщиков. Домовухи, бомба, липучки.妹殿、槍川の怨霊がこの世によみがえったと聞きました。元槍川で人を殺し回ってるそうです。聞いたことのない話だ。蒙古の仕業ではないのか。槍川様の呪いの話をご存じないのですか。でしたら琵琶法師に司祭を聞くと良いでしょう。元槍川にいるはずです。話を聞いて正体を突き止めよう。 Окей, я не выдержу, я туда не пойду, я не выдержу. Еще один квест. Зачисти 6 деревень. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Я верну все-таки русскую озвучку, честно говоря, не впечатляет. Потом как-нибудь еще попробую английскую. Монгорианс. Нет, Монгорианс вообще, я так понял, на всех языках они говорят на своем. Одинаково на всех. Пойдем, мой верный конь, отправимся еще в одно жапанское место. А если в Тусиме не жапанские места, это большой-большой вопрос, ведь мы в Японии. Он ли оценит песенку? Я сейчас на таком расслабоне сижу. Ох, вы бы знали. С вебкой так не посидишь.
Оу. И только у нас на русском. В смысле только у нас на русском? Про что? Нет, они на... у них все эти интонации на всех языках одинаковые. Монголы. Монголы специально такими сделаны, чтобы ты их на любом языке не понимал, чтобы ты чувствовал, что это иностранное вторжение. Вот в чем фишка. Понимаешь? Мне кажется, такова была изначальная задумка. Вот там прикол. Рано уходить, слишком опасно. Окей. А, тут трое пленников, что ли, опять? Я понял. Это деревня по типу той, что мы уже это завершали. Ну, непрактичный наряд, на самом деле. Парадные в основном все эти одежки. Скорее! Подожди. Слава богам! Спасибо, господин Сакай. Береги себя. Игра таким образом сделана, что нанесите урон взрывом бомбы или черным порохом. Таким образом сделано, к сожалению, таким образом устроено, что язык оригинала, английский язык, он не так важен. Поэтому юбисофтовские игры, мне кажется, пользуются такой огромной популярностью и любовью к местечковым озвучкам, потому что там не слишком заморочено с этим этнической аутентичностью. Трушные японцы, они сами понимают, что это типа рофель и размышления на тему от американцев. Есть что-то похожее, какие-то черты, но смысла выеживаться и проходить тут на японском, мне кажется, нет. Мне кажется, в этом же, в Секиро, там, да, там сами японцы разрабатывали, там какой-то они заложили свой колорит. А здесь нет. Никогда вас не забуду. Иди. Все хорошо. Хотя, может, я ошибаюсь. Может быть, это все спорные утверждения. Может быть, тут все очень хорошо в этих вопросах. Да, три заложника, по сути, красные, отмечены эти дома. Это всего лишь... Это всего лишь точки с тремя заложниками. И не больше. Правда, тут хер пойми, кто... Монголы эти. Монголы. Так, найс. Вроде не спалился. Вижу. Надо постился. Так, бежать слишком опасно. Угу. Переживаю, сейчас Дзин со всеми разберется. Так, постился. Опача. Все? Подожди.
Не зря я молился. Береги себя. Боди, услышали тебя. Ну все, да. Показывайте мне красивую кат-сцену, как все вернулись домой. И главное, выбирай такое время суток, когда очень красиво. Для этих кат-сцен. Нет, дождь вдруг пошел. Видимо, из-за того, что я стелсом действовал, хер его знает. Блин, вот этот вот кадр обожаю, где он на лошадке спит своей, блин, вообще кайф. В RDR 2 нет таких. Нет таких анимаций. Так, пройдено. Чё у нас тут появилось новенькое? Какой-то знак вопроса не исследован. Сейчас посмотрим. Куда-то в эту сторону. Еще один квест. Господин, выслушайте меня. Чужаков больше нет. Это не они, господин. В комоде... бесчинствуют разбойники. Они перебили моих родных, как на охоте. Теперь они станут дичью. Где они напали? У нашего дома, к северу отсюда, у реки. Я выслежу этих разбойников. Как тебя зовут? Саки, господин. Я отомщу за твою семью, Саки. Поможем Саки. Как можно не помочь женщине с таким прекрасным именем? Подожди, комода-то, она, по-моему, где-то здесь. Да. Так, ну как мы тогда сделаем-то? Ну ладно, просто поскачем туда. Накажем разбойников. Чтоб не разбойничали, всего-то. Быстрее, сюда! Всего-то 800 метров, фигня. Turkish!
Подлец. Отца опять куда-то ведет. Я аж по квесту скачу, птица. Куда? Давай, Сора! Ты меня ведешь. Какой-то интересный подъем. Давненько, кстати, баньку не принимал. Ой. Размышления. О чем бы подумать? О июне или следующей весне? О июне. Спасен на поле боя воровкой. Как бы мой дядя отозвался о июне. Нелицеприятно, я думаю. Так. Разбойников. Это дом Саки. Посмотрим, что внутри. Надеюсь, не ее имя. Только в прямом смысле слова. Он защищался. Убит без жалости. На карте отметка и надпись, когда мы наконец будем вместе. Это все не случайность. Из-за больше той девчонки ничего. Нужно смотреть снаружи. Из-за той девчонки походу за место случился. Love story. Традичная. Ценой своей жизни. А почему у вас такие же собаки, как у монголов? Это подозрительно. Следы. Осмотрите все снаружи. Ну, смотрю. Вроде ничего такого тут нет. Собака. Он же не отмечает эти интересные места. Нет. Непонятно. Что ты от меня хочешь, Дзинкадзама? Исакава. Ну, тут отхожу, вернитесь в заброшенный дом. А, ненавижу такое дерьмо. Чего еще тут осматривать? Нет тут больше ничего. Надеюсь, не баганулось. Окей. Тут было много людей, следы ведут к дороге. Ну, по следам мы умеем. Порода, хрен его знает, что за порода. Черный какой-то.
типа сербернар какой-то. Может, мы найдем потом записку. Объяснят, может, это какой-то монгольский, азиатский мастиф или типа того. Ну да, или монгольская овчарка. Господин, помогите! Что тут произошло? Что случилось? Я узнал, что хозяйство Кэти освободили. Решил, что им нужны кони и лекарства. Но на меня напали разбойники. Все забрали. Знаешь, куда они поехали? Они говорили о развалинах деревни Комода. Я отправлюсь туда. Ты можешь идти? Так эти недалеко. Вроде могу. Найдите их. Покажите этим садистам. Я думал, он его с собой возьмет. Сюда! Ладно, погнали. Так, Комода. Так-то в целом у меня Комода открыта, но давайте с этой точки проскачем. Чтобы карту открыть. Да, я могу притомиться. Ну, пускай. Заодно посмотрим на эту часть. Может, ресурсов каких-нибудь подсоберем. Все-таки этот остров красивее. Может быть, к тому времени просто приедается. Но здесь как дома уже себя чувствуешь из-за похожей этой цветовой гаммы. О, еще одно селение нашли. Так, эсики. Что тут типа этот? Я понял. Портуемся. Блин, время битва. Я ж не спалился еще. Тут аж 4 заложника. Нет уж, спасибо. Всю Японию я освободить. Да фак, отпустите меня. Отпустите. Спасибо. Да как? Все закончилось. Даже музыка успокоилась. Обычно, когда у меня комоды открыты, в них незамедлительно прыгает котейка. Да что такое? Котейки они любят на чистые простынки прыгать. Или у тебя там носки? Потому что они и в носки любят прыгать. И под мышки забираться. Котейки под мышками вообще балдеют они тут. Кто ваш лучший воин? Я их сейчас всех зарублю. Пригнись! А, это японец, видите, я сразу же родную речь узнал. Ладно, припас тоже неплохо. Сюда! Пошла! Комода, разбойники где-то здесь. Что вы умеете?
А чё вы по трое перестали нападать? И что она сделала? Или у вас всего трое было? Так. Что-то они, да, в сравнении с монголами вообще, вообще вялые. Разбойники-то нашинские. Так, ну чё? Меня ищете? Господин, вы меня освободите? Если скажешь мне правду, над кем смеялись эти люди? Над какой-то бедняжкой. Она влюбилась в Хару, главаря шайки. Сказала ему, где ее семья прячет рис. Сразу же прочел. Ее звали Саки? Да, Саки. Думала, что Хару тоже ее любит. Но мерзавец перебил ее семью. Забрал рис и бросил ее на произвол судьбы. А я стал орудием ее мести. Поди прочь. Читалось на самом деле, вот как мы в дом. Надо бы поговорить с как только мы в дом попали, я сразу же понял, в чем прикол. Заезженная фабула. Придется сейчас и эту дамочку зарубить. Где она тут? Что-то далековато. Но с другой стороны, они все равно бандиты гоняют по дорогам. Я бы рано или поздно их зарубил. Ну-ка. Что происходит? Все это странно и горько, господин. Что такое? Где Саки? Она утопилась в речке. Гонит. Судя по всему, она винила себя в гибели семьи. Ее обманули разбойники, которых ты видел. Больше они никому не навредят. Спасибо, господин. Хоть что-то случилось к лучшему. А я думал, они над своим имуществом разгромленным жалеют, плачут тут у реки. А оказывается, они опавшие Саки. Но Сака как бы приводнилась, понимаете, да? То есть она нашла источник. Не, вот эту вот этой херней я точно больше заниматься не буду. Спасибо, увольте, я воздержусь. Так, это чё? Знамена Сосимона? Это что за Кузнекомацу? Я там Сосимону не нашел. Подождите.
Так я вроде... Я вроде тут вообще все на 100% прошел. Доспехи хорошо сидят, господин. Изготовите для вас доспехи. Так, а у меня, кстати, Кланос. Кланос Акай последний. Этот можно, да, докачать, да. Финального. Агасаку чё? Увеличение урона ошеломлением средней при убийстве ошеломленного врага в исполне. Похожий кач, кстати. Смотрите, какая у него шапка крутая становится. Ну-ка, а дальше там что? Ну ладно, ладно, давайте сначала это. Это вас защитит. А финально. Слушайте, я, короче, вот это буду качать. Не, он крутой. Вашим врагам не позавидуешь. Для такой работы нужно больше. Ну это вообще жесть. Это жесть и жуть. Благодарю тебя. Так, мне кажется, реально военные начальники одевались. Господи. Чем-то отдает рок звездами из 80-х, да? Вот эта вот притча. Так, а что за знамена со Симона-то? Почему? Это же мы... Захватили, хер знает когда. Это он где? Отметить место. Давайте сходим. Посмотрим. Куда-то в ту, да, сторону. Ага, вижу. А, я же ему отдаю, я вспомнил. Надеюсь, вы найдете больше клановых знамен. Я буду ждать вас здесь. Я вспомнил. Это, да. Все понятно. Я вспомнил, что это за хрень. Так, вот тут у нас слуга народа. Слуга народа. И тут несколько неисследованных мест. Так, мы сейчас вот к слуге народа поедем. Это, кстати, другой парень-то дает квест. Нет, тот же самый с Саке. Видимо, у него тут своя какая-то ветка есть. Так, и тут еще куча людей в плену. Ладно, для начала поставим метку сюда и вот отсюда сгоняем, посмотрим, что там. Блин, нет, этот остров в разы красивее. Посмотрите, тут в каждом буквально уголке мира что-то свое прикольное. Я бы на месте разработчиков, я бы и не делал такой огромный мир. Я бы сделал только вот этот вот первый остров и просто меньше филлеров, меньше повторений. Ни к чему лепить большое ради большого, это бред. Это бред. Так, ладно. Хорошо, Лисинор завершили. Сейчас что-то мне подсказывает, что там очередная хрень с освобождением заложников. Ну, я уже вижу, да, вон висят. Уже вижу. Нет? Еще один квест. Господин, прошу вас,
Помогите. Погоди, я еще посмотрю, что у тебя там. Окно не прорубить, я думал. А, нет, я вот тут вот пройду. А, тут банька, вообще красота. Следующая весна, бремя воина. О весне подумаем. Теплый воздух, вишни цветут. Не могу дождаться весны. Да тут у вас на карте все времена года, даже походу зима будет. Ну в горах точно будет, как в Хорайзоне. Там в горах вся зима была. Интересно, у него причинное место сделано? Или как в Death Stranding? Не узнаем, пока игра не выйдет на ПК. Или пока плеху четвертую не взломают от этих. Господин, прошу вас, помогите. Так. Что такое? Мне надо пройти через лес. Там лагерь. Люди серьезно больны. Им нужен лекарь. В этом лесу полно разбойников и монголов. Да. Я прошу защиты. Я проведу тебя. Но что там за болезнь? Ты сможешь ее побороть? Лечение — это не борьба. В лечении главная забота. Если людям нужна твоя помощь, давай поспешим, пока недуг не пошел дальше. Хорошая мысль, кстати. Благодарю вас. Человек же зачастую сам себя лечит. Напоминаю, последнее напоминание будет в 2028 году. Рюкзук из РЕ-7, напоминаю. Что? Я ничего не понял. Что это значит? Рюкзук из РЕ-7. Не понял. Вы мне объясните, что это такое было? Спасибо, рюкзук. Но я нихера не понял. Спасибо большое. Судя по сегодня, ты тогда сильно преуменьшил про 5 минут. Да не, на самом деле, все правда. Как вы уцелели в битве у Комоды? Меня спасла одна женщина, Юна. Она вытащила меня с берега и выходила. Она хорошая целительница? Она очень смелый человек. Я здесь лишь благодаря ей. Прямо как моя. В детстве. Вы уже уходите? Не-не-не, я за цветком. Прямо как моя матушка. В детстве я все время болел, а она много знала о травах и помогла мне стать сильным. Я пошел в лекарь благодаря ей. Постойте, я что-то вижу там впереди. У тебя зоркий глаз. Жди здесь, я разберусь. Надеюсь, не придется драться. Да не, я не думаю, что это мо. Кто выйдет на бой? Это кто-то, кто РЕ-7 помнит. А мо РЕ-7 прошел и забыл. Что-то заорал. Я думал, нас тут убьют. Все нормально, братишка. Найс шортики. Зря вы ходите здесь в одиночку. Нам пришлось уйти из селения, господин. Там все больны. Что случилось? Духи предков решили нас наказать. Мы не стали отбиваться от монголов и отдали им еду. Когда они ушли, все заболели. Теперь наш дом проклят. Дальше по дороге будет трактир. Там вас никто не тронет. Снаружи слишком опасно. Спрячьтесь в трактире и сидите там. Спасибо. Надеюсь, духи за нами не последуют. Надейся. Вижу, вы мастер махать мечом.
А ты бы что сделал с разбойниками? По моему опыту, бывает достаточно твердых, но вежливых слов. Ну, братишка, херово знает. А ты вообще сталкивался с разбойниками? Ну, я просто считаю, что следует попытаться действовать словом, прежде чем прибегать к насилию. Подход истинного лекаря. Ты нашел свое призвание. Ну, знаете, вот это вот неписи, которые живут. Вот мне бы хотелось, чтобы в следующем поколении это продумывали. Неписи в каком-то сферичном мирке своем живут. Тут повсюду бандиты, просто на каждом шагу. Я с ними, бляха-муха, не сталкивался. Я не сталкивался. Я живу в сказке, ёпта. Куда ни плюнь, везде бандиты, монголы. Кажется, съел что-то ядовитое. Захваченные аванпосты, всякое говно. Мы и так задержались. Это не займет много времени. Я помогу. Только давай поторопимся. Благодарю, господин. Ну, дальнобойщики начались, как они там везут груз, при этом помогают мочить бандитов там, устраивать авантюры, выкапывать картошку. Вот, типичные дальнобойщики. Что он ел? Если б я знала. Еды у нас нет. Надеюсь, не чай. Благодарю, господин. Если что, осуждаю шутку свою. All lives matters. Пустая корзина для риса. Источник болезни. Да чай я нахлебался в наши дни. Чай пить опасно. Просто солома. А грибов, что ли? Лесные грибы. Надкушенные. Вот в чем дело. Вот расскажу Ханаоке. Мудак. Вот это вот прикольный квест. Боже, вот я хотел, чтобы вот такие квесты были. Вот это интересно, понимаете? А не зачисти там 20 этих сраных. Нашли что-нибудь? Грибов он нажрался, твой придурок. Надкушенные грибы. Дурачок, знаешь же, что нельзя. От голода он забыл об осторожности. Я знаю противоядие, но для него нужен речной мох. Оставайся, он что, первый день... Я найду мох. Первый день на свете живет. Отвари в трех водах до кипячения. Любой гриб можно жрать. Даже я это знаю. Городская пусси. А ты деревенский, ты все должен знать. Вообще не понимаю, как он выжил-то, как он вообще дожил до лет-то своих. У меня бывшая предпочитала шампиньонов сырую. А, ну, кстати, можно травануться очень легко. Нельзя, это священное животное, мне запретили их убивать. Запретили. Я строго блюду заветы. Ну все, все, кабанчик, иди. Иди. Кш. Сейчас домовуху брошу. Вот тебе надо, дай меня искупать, скотина. Все, успокоился. Ну, типичный свинтус. Типичный хряк. Че с него взять? Че с него взять-то с этой свиньюшки? Вот это, наверное, то, что нужно. Да. Ooh, I hate Mongolians. Рюкзук из RE7. Resident Evil 7, сложность безумия, день 2, время 9:16. Спасибо за тридцаточку, рюкзук. Бля, посмотрю потом, ладно? Спасибо тебе, обязательно потом посмотрю. Спасибо, рюкзук. Как раз сезон грибов, кстати, пойдешь в лесок за лисичками? Да у меня уже столько грибов. У меня белых сейчас нажарено. У меня заморожено уже столько грибов. Ты себе Немезис Форса не представляешь, как я затарен грибами на данный момент. Так что у меня все схвачено. Лисичек.
Ну, правда, этих опять, кстати, опять не попадались еще. Опять-то, может, попозже будут. Господин, вы нашли мох? Да. Да, вот он. Хамё, слушай внимательно. Нужно растолочь мох, залить чашкой воды и довести смесь до кипения. Пусть он ее выпьет, уже к утру ему станет легче. Людям в лагере нужна наша помощь. Да, идемте. Спасибо, что спасли сына. А ведь он страдал тем же, что и супруги из того дома. Боль, рвота, тяжелое дыхание. То есть отравление. Думаешь, жители дома отравили? Я почти уверен. Если так, мне понадобятся клубни, чтобы их вылечить. Тому несчастному хватило имха, но клубни действуют лучше. Их можно найти у пруда. Только быстрее. У нас форсы идут дожди просто нон-стопом. У нас вообще капец. Такая влажность, что... Такая влажность, что грибов дохерища. Не знаю, как у вас, но вроде как у нас климат очень похож. У нас там расстояние. Прямо у пруда. Километров, не наверное, 500. Желаешь вежливо попросить их уступить нам дорогу? Оставлю это на ваше усмотрение. Блин, кайфовый квест. Вот. Почему вся игра не такая? Сразимся! Если бы игра вся такая была, она бы, серьезно, она бы на очень большой балл от меня покусилась бы. Ой, у меня же эти... Стойка не там, стойка плохая. Ой, да чё ты, их много тут. Да погодь. Их чё-то реально много. Почему? Почему так-то много, я не понял. Это вроде квест первого острова, он не должен быть таким замороченным. Нахер одни. Уже гоняют дома в теплых носках, свитере с дыркой. Ну мы ждем фотосет форсов. Я очень хочу посмотреть на все дырочки в твоем свитере. На пастбищах я еще не сражался. Так, напитки дырку еще не сделал. Свитер желе, люблю его. Ну, нам сойдет любая. Подмыха тоже сойдет, в принципе. На подмыхе мы можем подрюнить вообще спокойно. Мы ж пацаны. Нам нужно подмыха. И 3 минуты. Все будет отлично. Погодь, а чё это? Чё, всё? Квест комплит, это нхау? Господин, сюда. О, ты нашел клубни? Да. Благодаря вам я смог до них добраться. Просто
Я смотрю на вас, и порой мне кажется, будто вы убиваете с удовольствием. Но есть такое. Я убиваю лишь за тем, чтобы защитить наш народ. Думаю об этом каждый раз, когда достаю меч. Разумеется. Простите, господин. Идем, нужно лечить больных. Ты посмотри на мою шматью. Разве может такой человек убивать из удовольствия, а? Дэм. А если игра вальвовская была, тут подобная раскраска на, собственно, одежду стоила больших бы денег. Лагерь уже совсем близко. Лагерь-то в каком прикольном месте. Лекарь, моя жена, она не дышит. Сколько дней она хворает? Да вот с тех пор, как сюда пришли монголы. Что она ела? У нас не было еды. Только вода из колодца. Увы, она умерла. И все-таки я опоздал. Ты сделал, что мог. От чего она умерла? От голода, что ли? Если бы я не медлил, напрасно я остановился. Если бы не ты, те люди тоже бы погибли. А еще мы узнали, что всему виной отравление. Возможно. Но чем же они отравились? Жена того человека пила лишь воду из колодца. Мы знаем, что люди начали болеть после ухода монголов. Это вот такой побочный колодец. И если отравлена вода, скоро заболеют все вокруг. Лекарства есть? Да, клубни должны помочь. Тогда лечи кого можно. Спасибо вам. Вы многим спасли жизнь. А мне что делать? Вообще прям недоволен собой. Я думал, продолжится расследование, но нифига. Оберег чудесного исцеления 1. Сейчас посмотрим. Чудесного исцеления. Можем, кстати. Чудесного исцеления. Где же он? Так, когда запас здоровья 50% и меньше, исцеление добавляет еще 15% здоровья. Отлично, превосходно. Беру сразу же. Не задумываясь. Неожиданно и негаданно такой продолжительно интересный квест. Правда, правда хороший квест. Без шуток. Мы же, кстати, открыли вроде эту зону, да? Мы можем в деревню Яоя переместиться. Также известная как деревня имени Харри Поттер. Харри Поттер. Интересно, лошадь тут вообще в принципе может упасть, перевернуться? Любопытно. Господин Сакай! Так, что у тебя новенького? Кензи, ты что здесь делаешь? Дела очень плохи, мой господин. Что ты сделал? Ничего. Монголы забрали всю нашу еду. Рис, рыбу, вот прямо все, что нашли. Мы голодаем. Кто это мы? Ты здесь не живешь. Да я все думаю о ваших словах и пытаюсь помочь здешним крестьянам. Где лагерь монголов? Не знаю. Они являются через день, забирают еду и увозят ее.
Устрою засаду. Не так все просто. У них заложники. Если монголы не получат дань... Есть же способ их найти. Ну, есть. Но вы не одобрите. Давай я это сам решу. Постился опять. Слуга народа. Сериал такой есть, знаете ли. Я только понаслышке. Идемте, покажу. Нам велено складывать тюки с едой на берегу. Наконец-то. С этого хозяйства? Из заброшенных домов, с рыбалки, охоты. Все, чтобы набить брюхо врага. Попробуй захватить чат какого-нибудь там. Как ты вообще здесь оказался? Арсения Триножин, Кинемезис Форса. Вот это будет очевидно. Начали на меня охоту. Unlocked. Я решил, что здесь в захолустье меня не найдут. А наши-то чаты что захватывать? Ну, маленькие стримлеры. Любой может захватить, если ночью подкрасться. Рандомно запущенный. Ну что ты бежишь? Еда и питье для монголов. Но в этой бочке из-под саке пусто. Думаешь, как сильнее разозлить монголов? Не совсем. Бочка очень большая. В ней поместится отважный самурай в доспехах. Ну да, а еще лучше. Один изворотливый торговец саке. Монголы увезут эту бочку к себе в лагерь. Кто там управится лучше? Вы или я? Не знаю, почему я позволяю тебе прятать меня где попало. Так ведь работает. Кто же, интересно, справится лучше? Пахнет, как у тебя изо рта, Кензи. А вы думали, почему бочка пустая? Это хорошая была шутка. Будыгин Таргендат. Да, да, это вам. Берите, берите. Пастер Морига. Нет, нет, это Мика. Мика моя лошадь. Моя. Надо мотать. Морпигних Форсо. Форсо, переводи. Вы вроде как там корешились когда-то давно. Да как вы? Мика! Нет! Раз что-то одна в чате. Короче, все под раздачу попали. Надо же, замысел Кензи сработал. Легим хастал! Оскорбляешь чувство народа, осуждаю. Да я сам себя осуждаю. Я изо всех сил просто осуждаю. Ну, кто знает, а вдруг ты реально шпрехаешь. Я такой, воу. Давишься большим, осуждаешь. Ну и водочкой иногда.
Так, и по-татарски это инваш пеха. Ну это все, это бан, все. Я думал, реально будет дружба народов налажена. Ты даже едешь, приехаешь. А чё, он тут газон стрик или чё? Непонятно. Я не верю. Мы спасены. Отвези еду обратно. Передай Кензи, что все хорошо. Кензи? Ему я готов передать разве что знатную оплеуху. В каком смысле? Так ведь из-за него все беды. Он хотел договориться с монголами. О, господин Сакай, это было потрясающе. Кензи! Дерьмо ты, обезьянье, вот ты кто! Я разберусь. Объяснись. Я вроде как продал монголам еду, но только в тюках были опилки. Ради наживы? Чтоб не грабили крестьян. Ты что, думал, монголы не заметят? Ну, не так же быстро. А они как налетят? Крики, заложники? Давайте еду, а то убьем! Зря я велел тебе заняться чем-то полезным. Что? Нет, нет! Вы были правы, господин. Я прикольный полезный. Персонаж. Мне только нужна тренировка. Так повязка на морду упала. Тогда тренируйся так, чтобы никто не страдал. Слушаюсь. Тоже неплохой квест. Но обозвателям утихнуться по-татарски могу, думаю, достаточно. Ну да, в принципе. Давай нам парочку зашли, чтоб мы знали. Повезло тебе, что самурай тебя пощадил. Прости, Итару, я хотел помочь. Помочь? Да чтоб ты подавился. Вижу, ты не расположен к разговору. Ладно, все, хавчик. Подожди зад и сядь на монгольскую бомбу. Хавчик вернете, поужинаете, успокойтесь, все нормально будет. That's for sure. Так. Ага, этот квест мы выполнили. Вот тут только какой-то вопросительный знак новый появился. Любопытно. А это у нас что? Ага, спутанный поселок. Я помню, там дохера прям народу было. Я помню, там прям жесть какая-то была. Это легенда, да? Тут у нас освободить Таку. Так, ну ладно, первым делом, значит, попробуем вот этот полутать вопросительный знак. Есть, кстати, для русских народов обязательство, но я его осуждаю, конечно. Обязательство какое? Обзывательство. Да, блин. А я помню какое-то. Что-то у вас, да, что-то такое есть. О смерти Хоку. О смерти. Тревога душит рост. Омытые солнечным светом. Плывем в бесконечном потоке. Давайте. Омытые солнечным светом. Защитников не удержать. Ввысь к спасению рвемся. Хватки холодной земли.
защитников не удержать. Из теней минувшего, готовые к смерти, растут свободные цветы, готовые к смерти. Омытые солнечным светом. Защитников не удержать. Цвети и к свободе стремись. Не соответствует, кстати, последнее. Чё за херня? Не соответствует. Не соответствует истине. Ладно. Теперь тогда сюда. Поплывем на остров Кёдзи. Надеюсь, это можно будет сделать вручную. О, Empire Metal, привет. Empire Metal. Empire Metal. Подожди, а как туда заплыть вообще? А, ну, оно не так далеко, в принципе. А что это они сушат такое? Листья? Они вот это вылавливают отсюда. Здравствуй, моя булочка с повидлом. Как бы тебя назвать? Здравствуй, пирожок с грибочками. Кстати, пирожок с грибочками. У меня же есть грибы. Может замутить? Ну, а тогда с картошкой. Пюрешку туда, грибочков. Это идея. Давай же, а то, суки. Ну-ка, давай, покажи мне мужика. Я, если чё, 1500 монголов перебил. Ну-ка, давай. Вау. Вау. Всё? Положи меч, пока не поранился. Простите, если мое неумение оскорбляет ваш взгляд, но я должен что-то сделать. Монголы забрали мою дочь. Да? Куда эти псы ее увели? На корабль. Вон они, паруса спустили. Два корабля и неизвестно сколько монголов. Против тебя одного. Я нашел лодку и меч. Могу я надеяться на помощь самурая? Садись в лодку и бери весло. Вы так добры, господин. Только сражаться буду я. Че, опять поплывем? Фига, что у вас много стало, вы че, пацаны? Вы откуда? Вы откуда? Откуда взялись? Одна форса была, мы с ней только... Пожалуйста, верните мне маки. Жди здесь, мы скоро вернемся. Только контакт наладили, а вы пришли, все испортили. Орво! Ну тут да, тут можно и порвать. Да понял, я понял, что от мульти. Мульти, если что, не обижайся, это не попытка конкурировать с тобой, с суперкрутым стримлером. Это просто...
Мне нужно составленные в моей голове планы выполнить, иначе я с ума сойду. Надеюсь, ты понимаешь это. Чигару! А те, кто стримить хотят, не переживайте, у меня весь сентябрь не будет. По-моему, корабли точно такие же, которые мы это самое раньше штурмовали. Так, тут вроде все. Кстати, к этим самым пиратам еще не сходил. Не посмотрел, что у них там. Ой! Воу-воу, Тоша! Там убьют сейчас. Там убивают. Тёлочку убивают красивую. Не успел прям. Прям чуть-чуть не успел. Прям секундочку и успел бы. Стоп, она его дочь? Я думал, это его возлюбленная. Пожалуйста. Какие херу. Верните мне маки. Жди здесь, мы скоро вернемся. Ты, мне кажется, молод для такой дочери. Нет? Ладно, сейчас все по стелсу перебьем. Больше никаких шумных проникновений. Теперь все будет очень тихо. Так же, как в мульте. Помните, его тише. Ну тут я не знаю, бомбу у них что ли кидать. Хотя, стоп, у меня же есть горящие стрелы. Сейчас всех подожгу. И именно этот чертило побежал, именно этот. Никто другой, как этот. Переключись. Блять, ты куда ты бьешь, дебил? Сорян, бывает. Он просто как конч себя ведет. Вот тут вот приоритетную цель атакует ближе. Он переключается, бьет следующего там где-то. Пиздец. Все будет хорошо. Маки? Да. Твой отец ждет в лодке. Пойдем. Назовем. Спасибо, господин. Я пойду с вами. Назовем в честь тебя наш транспорт Mass Effect. Знаю. Просто не верится, что все закончилось. Так, тут еще кто-то остался. О! Ништяк. Что-то их много осталось. Мне казалось их. Мне казалось их поменьше.
Боже, ты же был на другом корабле, ты как тут оказался? Пошли, пожалуйста, быстрее. Я на кораблях тоже не хочу особо долго находиться. Вот тут вода крайне странная. Даже не знаю как. Все, пойдем. Как квеста завершить? Все, спас. Иди. Йоу. Маки? Я здесь, отец. Хвала богам. Греби к берегу. Да, господин. Хреби. Очень важный вопрос. Любишь сало? Все хорошо. Хорошая трубка. Я была у них много дней, отец. Много дней. Зря я медлил. Вам обоим нужно отдохнуть. А потом постарайтесь идти подальше отсюда. Хорошо, господин. Да, люблю, если хорошее. Артишоки я пробовал, Пайрмата. Берег сопротивления защитные. Куда мы пойдем, отец? Я что-нибудь придумаю. Он слишком молод для твоего отца. Он больше похож на кого-то твоего. Хотя... Че вот... Она симулирует. Typical woman. Ребёт что-то. Так, че у нас тут? Мощный тайфун. А последняя с этой стойки удерживать и треугольник. Три раскрученных. Это мне нравится. Так, стойка мечника. Нанесите 3 пронзающих удара. О, найс. И последнее. Пройдите сильные атаки из стойки камня с устрашающей скоростью. Тоже мне нравится. Пофиг, я буду в мечника все вкачивать. Вернее, в стойке. Тут-то у нас что осталось? Тут двоечка, да, нужна. А, нет, тут. А тут хрень. Прыжок из седла нахер, это все нужно. Вообще ни к чему. Так. Этот остров почему-то даже не отмечается на карте. Очень странный. Бурущий дум. Ладно, так, значит, это место, этот квест завершили. Довольно странный квест, неожиданно такой проблематичный. Что тогда сюда? Сюда тогда отправимся. Что тут, где тут ближайшая точка? Вот это что ли? Ну, отсюда, только отсюда. Не страшно. Мы это переживем. Давай, 40! Подождите, оно за стенами? Оно за стенами, серьезно? А, вот где этот квест. Вот. Мы идем в бухту от замка. Присоединяйтесь к бою. Да, подождите. Сейчас я тут перерыв сделаю. Отойду на
чё, уже час ночи, что ли? Ёптво. Ну, сейчас я приду.
Так, ну что, вперед на штурм. Полезете в драку, поставите под угрозу всех. Монголы бьют стариков, морят голодом. В наказание за побег пленника. Какая бессмысленная жестокость. Где держат стариков? Одного держат у святилища. Еще двое в домах. Как вы думали пробраться внутрь? Ворота заперты. В заборе у главных ворот есть дыра. Мы в детстве часто там лазали. Что ж, там и пролезу. Сидите тихо, пока я не открою ворота. Спасибо, господин. А, приблизительно помню, как там выглядит изнутри место. Мы туда в кибитки заехали. А, можно сразу. Кто первый? А, их тут всего двое. Всего лишь. Счет слабая оборона. Так, убить предводителей монголов 3. Старейшин 3. Деревенские врата 3. Ну, окей. Погнали. Большой квест нас ожидает. Lands of EverQuest. Поэтому я, по-моему, могу головку подрезать. Застал, да? Страшно. Страшно тебе. Ой, ой, куда он побежал? Блин, тут же еще спасать надо, фак. Там опять бегут. Там опять бегут на убийство. Planescape Torment или Nutsu Only? Nutsu Only. Чтобы вам не предложили, соглашайтесь на Nutsu всегда. Это правило жизни. Ничто не может быть лучше Nutsu. Вроде убил, нет? Еще кто-то остался. А он внизу. Как же он весь этот кипиш не заметил, братишка. Так, тамошнюю дамочку мы сейчас освободим.
освободите меня. Подожди. Ты цела? Да. Они приказали мне лечить своих больных. Ты отказалась. Жди здесь, я разберусь с остальными. Пожалуйста, освободите нашего кузнеца Идзуми. Его держат в одном из домов. Я его уже обнаружил. Господин, пожалуйста, освободите меня. Я тебя освобожу. Ты кузнец? Я уж приготовился к смерти. Одного кузнеца уже убили. Нет, он спасся. Ты тоже уйдешь в целости, но пока спрячься. А, я понял, про кого он говорит, кстати. Так, деревенские врата надо еще открыть, наверное, с другой там стороны. Но ща посмотрим. Сейчас постился. Тут наверняка тоже будет пленник. Но их количество вообще в целом подубавилось. Странно, тут все отвернулись. Но вообще ничего не слышит, не видит. Идиот. А, в том, наверное, доме. Окей. Вижу, вижу, вижу. Там еще пленников. Там, кстати. Чигарву! А чё вы не выходите? Спасибо, господин. Они заставляли нас работать до смерти. Вы свободны. Сдайся монголам и хан Шамагуршу. Нет, не туда. Все будет хорошо. Вы тут главный? Да. Монголы сказали, что убьют всех, если я не сдамся империи. Я едва не сдался. Вы проявили доблесть. Спрячьтесь, пока опасность не минует. Военачальник монголов засел в моем доме. Пожалуйста, прогоните его. Освободите нас. Ты бы сказал, где твой дом, еще было бы вообще найс. Они так со мной обращаются, как будто я тут вообще в курсе всех дел. Куда тут? Город-то, кстати, находится в очень важной точке, судя по всему. Спутанный перекресток. Вот там, я помню, жесть, как много врагов. Тут эти новые не появились. Мне кажется, в последнем доме они там в двоечку сидят там. Вижу ласт пленника. Бицухой хвастаетесь.
Так, мне нужна друг... А, нет, у меня та стойка. А, это не пленник был, это просто... Ну ладно. В принципе, норм. Лошадь не работает. Я бью. Ты не работаешь. Я бью. Ты работай. Иначе бью. Оп. Кто? Кто? Не было же никого тут, блин. Так, минус все генералы. Что тут осталось? Крестьян из клеток. Так. Вот это, по-моему, ласт ворота. Где-то тут. Hello. Вот это что ли его дом? Центральный. Он говорил, в моем доме засели. Ну, вроде всех убил. Записи. Так, торговая хватка. Хотоки, скажи своему мужу, чтобы монголы вовсе не таковы, как мы боялись. Когда мы впустили их в город, они выстроили нас в ряды и спросили, что мы можем им предложить. Но желали они ни пищи, ни одежды. Им нужно было наше мастерство. С оружейниками, брониками и ткачами обращались по-доброму, даже с кожевниками. Более всего меня удивило, что эта доброта казалась искренней, но с теми, кому нечего было нам предложить, обращались как с собаками. Нет, хуже. Со своими собаками монголы добры. Тебе повезло, что Гэнза резчик по камню. Обязательно сообщи об этом захватчикам. Ну да. Кто полезно. Кто полезно, с теми будут нормально обращаться. Логично. Отлично. Так что херово быть не очень, да? Ничего не уметь. Например, если мы все попадем в монгольский... Господин! Беги, здесь опасно. В монгольский плен, то... Что будет с чатиком? Давайте определим судьбу. Значит, Немезис Форса и Онли, они с ними нормально будут обращаться. Они будут им рисовать все эти портретики, всякое такое, они будут радоваться. Мультистронг проведет им консультацию, сделает анализ. Скажет, что я подлечу ваше ментальное состояние. Empire Metal, она скажет, у меня есть снежные штанцы, и сможет он станцевать что-нибудь особенное. А что осталось-то еще? Какие? Отправьте Сёгуну сообщение о помощи. Окей. Куда-то туда, да? Сюда?
Морблюз, ну как бы он построит там что-нибудь красивое. Кто у нас еще в чате есть? Самурай! Мучил и терзал мой народ. А больше никого не вижу. И твои люди не пострадают. Ты лжец и трус, и заплатишь за это жизнью. Мне нужна твоя голова. Но я могу предоставить только головку. Сказал Бадес Дин. Я за свою могу сойти. Мне нравится юмор и самоирония Форс. Это хорошо в нынешних условиях. Сейчас вообще в современном мире никуда без самоиронии. Все на этом сейчас строится. Мне кажется. Иначе никак. Иначе тебя засмеют, скажут, ну ты лошара, посмеяться над собой не можешь. Поумерь свое ЧСВ, посмейся. У меня всегда есть тут чак-чак в рукавику, мы с Патоли. Оу-е, об этом я и говорю. Чувствуется что-то глобальное, знаете, такое глобальное закончил. Мне почти еще одно очко дали. Еще одно очко на прокачку. Оберег жизненной силы. Мне вроде выпадали уже эти жизненные силы. Вот там бренчит. Давайте концерт устроим. Вакамакадан. Лакатиридиридам. Давай. Концерт по заявкам. Прикольно. Прикольно. Ты как будто глубоко о чем-то задумался. Все в порядке? Вокруг столько опасностей, господин. Но еще есть места, которые своей красотой напоминают нам о важных вещах. Даже птицы это понимают. Они привели меня в такое место, где я нашел покой. Раньше я писал в таких местах Хоку. Когда нужно укрепить разум и тело перед битвой, нет ничего лучше. Надеюсь, скоро вы снова обретете мир, господин Сакай. Так, а это у нас зачищено, нет? Ага, и тут появился еще один квест. Это еще один. Так, ладно. Ладно, это куда? Куда-то туда. По-моему, тренировочная, да. Окей. Блин, сколько LF1. Нет, это сложнее. Как?
Отпиваем. Так, тут еще лисичка. Спасибо, мульти. Спасибо. Лисичка. Там еще и птичка была. Кого тут только нет. Лисичка здесь, что ли? Ну вот где. 50 минут. Странно, что она прям внутри этого. Внутри города. Ну пойдем. Мне все больше кажется, что вот этот путь лисы — это мерещится. То есть ни птицы, ни лиса на самом деле его не видят, только он это видит. Мне кажется, он наделен особой силой самурая, что ему ассистят животные в его подсознании. Куда ж ты меня ведешь? Так и знал, что за город. Так и знал. Спасибо, господин Лиса. Ладно. Правда, там еще птица куда-то вела. Человек из бухты Адзам, похоже, в отчаянии его траву. Вот давайте, он, наверное, нас вот на этот форт отправит, скорее всего, на миссию, я так подозреваю. Уж слишком он хорошо в тот момент был защищен, когда я случайно туда на миссию попал. Помню, разок по дороге домой из школы мне лиса облизала дорогу. Облезлая дорогу пробежала. Неужели я просрала баф? Скорее всего. Но если бы лиса облизала дорогу, то это был бы вообще кайф. Так, он где-то в этом доме, что ли? Этот дом я вроде как изучал. Так. Офигенно он, кстати, тут пристроил. Смотрите, лодку прям под крышей чинит. Велени и таких прошаренных пацанов еще. Господин Сакай, можно вас на минутку? Это важно. Нужно, мой друг, нужно. Да. Что такое? Не здесь, мой господин. Сюда. Меня зовут Хэ. Это моя лавка. Пытаешься мне что-то продать? Ну что вы, господин. Темновато у тебя тут, хоть бы свечку. А, все, пришли. Поставил. Здесь нас никто не услышит. Говори, в чем дело. Мой сосед Харо подозрительно себя ведет. На закате он уходит из города, а возвращается аж на рассвете. Вот он, сука. Прошлой ночью я пошел за ним. Он дошел до сгоревшего дома у кладбища и встретился там с разбойниками. С разбойниками? Нехорошо. Я найду тот дом и узнаю, что у них на уме. Не успели, бляха-муха, мы город отбить, как тут уже нападают разбойники. Не имется. Просто парням не имется. Рад служить, господин.
Так, ну и что у нас там? А, нет, не в эту сторону. Надо же. Надо же. Вообще на остров откроется. Точнее. А, еще же тут какая-то была. А, лес Кассине, да, духи-то эти, фак. Я просто не думал, что тут еще одна эта миссия откроется, вообще не предполагал. Сейчас мы от лисьей норы быстро добежим. Всего-то 300 метров. Херня вообще. Мульти, а ты уже удалил ее с винта? Ты ее в цифре покупал на диске? Я про Цусиму, если что. Я просто думаю, может, когда это коопное обновление выйдет, потом стримануть, у кого есть. Например, ты, я, Мо. Человек из Адзама встречается здесь с разбойниками. Еще кого-нибудь пригласить. Нет. Нужно осмотреться. Много пепла. Здесь часто жгли костер. Старые повязки. Крови мало. Раны небольшие. Можно, кстати, предейтера, да? Из нас получится отличная команда. Я вас всех задоминирую. Дынная корка. Свежая. Кроме Мо. Торговец не зря что-то заподозрил. Лидер составит надо компанию. Найти, где спрятаться. Подожду, пока эти разбойники снова сюда придут. Ну да, плюс может быть не у всех, я просто знаю, ейдера может не будет плюс. Хотя давайте глянем, а? Мы же любим врываться в личную жизнь пацанов. Давайте посмотрим, кто у нас богачи в моих друзьях. Так, Андрюха у нас богач, еще один Андрюха, APG. Диша не богат. У нас ейдер. А у Димона, кстати, нету подписки. Фак. Не, у ейдера, видишь, нету плюса. Че он ради там одного стрима плюс что ли будет покупать? Догадайтесь, кто это. У этого пацана плюс всегда имеется. Понятно, почему ейдера нету плюс. Его, если что, плюс можно на 2 дня бесплатно активировать, если раньше этим не пользовались, по-моему, или раз в год. Короче, его можно на 2 пробно да, активировать. Никто не видел, но на дорогах монгол, думаю, они нас ищут. Надо спешить. Что сегодня принес? Статую Инари. О, ценная вещь. Странно, что монголы ее не забрали. Зароемся с тобой. Все Бог. Вместе пойдете на Бог пастбище Кисикапа. Oh, yeah. Будьте начеку, мало ли что. 4 горячих пацана. Как остальные прячутся. Посещают пастбище Киси, смотрят бесплатно. Но пока никого не тронули. О, слышите? Кони! Там какая-то мистическая, правда, хрень будет. То есть там... Мне вот это вот не понравилось. То есть мистику можно было бы и не
приплетать, я бы в клубке и так побегал с удовольствием. Но Сатер Панч, они как бы с мультиплеером-то особо не дружат. Кажется, все. Идем. Я что-то подозреваю, что могут быть проблемы. Там он, бедняга, попался им на дороге. Там он? Знаете, что будет, если добавить в имя Тамон букву П? Из-за того самурая, небось. Монголы по всей префектуре за ним бегают. Надеюсь, он их перебьет. Почти на месте. Чем скорее сойдем с дороги, тем лучше. А что стало с Тамоном? Монголы посадили его на кол, на муравейнике. Час вопил, пока не умер. Жуть какая. Это трое тумбрайдеров, поняли, да? Походу. Давайте поторопимся. Что они делают? Они хотят расхитить гробницу. Дожили. Закапываем Инари. В могиле ей лучше, чем у монголов. Не похоже, что они воры. Не, тебе показалось. Братишка, ну... Скорей, что-то не так. Фак. Они наоборот что-то прятали. Они что-то прятали, тут какая-то... Закапываем Инари. В могиле ей лучше, чем у монголов. А, меня отсюда типа не видно? Ну окей. Скорее, что-то не так. Ну, слежу. Или надо ближе подойти. Теперь Инари не трогай. О, кстати, канарик. Сверчок, вернее. Поющий сверчок. А, сразиться? Довольно. Стоять! Так и знал, что за нами следят. Погодите. Это тот самурай? Рад, что это вы, господин. Странно слышать такое от вора. Мы не воры. Вы прогнали монголов из бухты Адзама. Но что, если они вернутся с набегом? Вот мы и решили, на всякий случай, спрятать все самое ценное. Ко, почему ты бросил остальных? Ну, рассказывай. Дом нашли монголы. Наши люди в ловушке. Их же убьют. Сколько монголов? Много, не сосчитал. Кто умеет драться? Я и Кихэй. Вы со мной. Вы двое, защищайте людей в доме. Ну как? Уж как умеете. У него монголы! Вроде лук этот. Наступают отовсюду! Вперед! Блин, хоть бы один квест закончился без драки. Тут, по-моему, хера он ему срубил сразу же половину стамины. Красава. Сражаться они не умеют. Они нормально сражаются. Вообще уработали только еще так. Монголы! Надо было бежать! Где? Они не сдаются. Сейчас прям хорошо получается с ними. Они сюда не вошли?
Нет, вы им не позволили. Не мы, господин Сакай. Господин Сакай. Кто все эти люди? Те, кто бежал от монголов. Кто остался без дома? И вы их защищали? Пытались. А вы точно не собирались потом украсть все ценное? Нет, господин. Мы не пытаемся нажиться. Просто видели, на что способны монголы, и хотим помочь. Тогда помогите отвезти людей к бухте Адзама. Там вас не тронут. Так, окей. Тоже в целом прикольный, наверное, квест. Я разбойников издалека узнаю. Идите отсюда. Да, они нормальные, нормальные пацаны, я за них отвечаю. Они со мной, им нужно укрытие. И разбойникам тоже. Господин, нельзя им доверять. Они защитили этих людей и помогут вам обороняться. Хорошо, господин. Открыть ворота! Пустить всех в город! Не знаю, как мне вас благодарить. Защищает Заму, как тех людей. Так и будет, клянусь. И не забудь сказать им, где все зарыто, когда монголы покинут остров. Я так и сделал. Спасибо, что дали шанс вернуться к честной жизни. Прям душа радуется. Помог людям. От чистого сердца. Легенда крепнет. Оу, призрачный самурай. Максимальный запас хпшки увеличен. Оберег ядовитой гибели. Колокольчики испускают ядовитые испарения. Поднявший их враг умирает. Оберег уничтожения преград. Найс. Кто мне интересно за левелап полотно дает? Вот это очень любопытно. Эти вот условно. Условные единицы здешние в виде этого Лукецкого. Так, спутанный перекресток. Отправляемся. Посмотрим, кто там что спутал. Пробил ваш час! Я только освободил город, вы уже тут в гору залезли, суки. Вообще, смотрите, идеально разыгранный файт. Я же сам себе удивляюсь. Ночь только началась, а легенда только крепнет. Качка сма. Плюс чат, если ночью твоя легенда крепнет сильнее. Быстрее, Сора! Блин, я помню вот этот лагерь, он вообще адский был. Меня ищете? Сейчас попробуем, сейчас я прокачанный. Shoot!
Бейте врагов выстрелами в голову. Изи. Блин. Во-во-во, вот этих подкреплений из лесу, я помню, их просто дохерища тут. С фаерболами, жесть. Блин! Еще один хедшот нужен. Все, бонусная задача завершена. Легенда укреплена. Приятно наблюдать за твоим возросшим скиллом ведения боя. Спасибо вам. Так, тут тоже знамена Сосимона, нет? Нет, просто открыл. Так, ладно. Знамена Сосимона тут нету. Тут наверняка есть. Наверняка есть всякие лукецкие. Так, еще есть улучшение. Блин, тут тоже... Ой, тут, наверное, опять какая-нибудь. Хотелось бы, знаете... Скорей, Сора! Почаще встречать не просто захваченные деревни. Чего-нибудь уникального, просто... Сцен как-нибудь. То, блин. Я предчувствую, что там опять монгол будет. А, лагерь беженцев. Ну ладно. Ёпта. Мне же физически стало больно. Бедная моя лошадка. Жалко тебя тут. Еще расскажите легенду. Господин Сакай, помните статую? Смотрите, как ногу поставил. Куси. Какой-то юноша защищает ее от воров и разбойников совсем один. Это работа мастера Идзо. Сдвинули. Юноше наверняка нужна помощь. Жаль будет, если статуя достанется захватчикам. Прошу, господин, сделайте все возможное. Как это вообще получилось? Ну ладно. Куда он? Куда она меня отправила? Куда? Вы поняли? Я вообще не понял ничего. У меня же нечего прокачать у Зверолова, ничего. Этот торговец мне, в принципе, нафиг не нужен. Увы, в этом плане игра не радует разнообразием.
Да, печально. Печально. Жрать хочется, терпеть нельзя, поддаваться. Не, мульти, если у тебя это, если у тебя настроение говно, то поддайся. Если у тебя стресс, а ты еще себя голодом морешь, это ничего хорошего из этого не выйдет. Иди покушай. Ну так, не жестко, а так, чтобы чуть-чуть утолить голод. Там тоже какой-то... А, можно доскакать. Быстрее, Сора! Тут всего лишь... Сумеречный демон. С наступлением ночи подкрадывается смерть. Это для меча, так я подозреваю. Скин. Так, окей. Соленого ветра. Она мне, по-моему, про это, да, говорила? Тут у меня на чё апгрейды появились? А, дары появились. И броник 3 улучшения. Обронник. Ладно, значит сюда. Сюда и проверим, что тут. Соленый ветер. Наконец освободим. Чего? Максимум? Окей. А, бамбук он же... Ну, я думал, он неограниченный, ладно. Оказывается, ограничено. Дрить тут тоже огромная деревня. Так, а это что, это тоже не собираешь? Нет, ты собираешь. Боже мой, тут огромная деревня, пацаны. Тут гигантская деревня. Я здесь! Прикольно.
Прикольно. Так, еще одни записи. Сейчас посмотрим. Бамбук продать. Так, пятая часть. Разговоры с ханом 5. Сегодня был страшный день. Хотун ворвался в свои покои и в ярости разбил весьма изысканный стол, привезенный из земли, которую называют Касюмиру. Может показаться, что я легко говорю об этом, но в тот миг я был объят ужасом. Мне показалось, что смерть близка, в конце концов эти люди пьют лошадиную кровь. Через некоторое время мне удалось успокоить Хотуна и выведать, в чем причина его ярости. Симура ответил ему отказом на предложение союза. Ясно, что Хотун не считает союз с Симурой решающим для своих планов на захват большой земли, однако он не привык слышать слова «нет». Должно быть, хребет господина Симуры сделан из наилучшей стали. Ты не смотрел видео, где эксперты разбирали боевку Цусимы? Я смотрел, мне мозг скидывал, как там, типа... Японец вроде как шарящий за эту тему критиковал тут. Это я смотрел. Где двое каких-то экспертов? Вот это вот. Не, ну Цусима это более аркадная игра. Боевку можно разбирать в каком-нибудь там Kingdom Come. У них тут столько этих юрт. Я слышал, что у казахов, степных казахов, юрты собирают только женщины. То есть, когда они переезжают, собирают, разбирают только женщины. Подумал мне. Не стать ли мне казахом? Купить юрту 1300 хорошая вроде как стоит. Найти женщины, как бы. Чтобы они собирали. Ну одна у меня уже есть, как бы, на которая шарит в этой теме. Так, у меня что есть? Ух, сейчас рванет. Гоша Курлык. Гоша Курлык, он сказал. Всплыли бы хоть цели миссии. Так. Пленников еще и убейте. Сейчас освободим. Скрывшись в дому. У меня там есть бомба-то?
Да, у меня есть бомба. Осталось знамена со Симона найти. Это меня терзает смутное сомнение, что тут мы квеста не получим. А, это вообще не то место. Ёб твою налево, это вообще не то место. Я думал, это то место. Ёб. Ступик моторпапка. А вообще мульти, я иногда, знаешь, как делаю, вот когда, чтобы стресс заесть и чтобы вообще кайфово стало, берешь нормальные московские молочные сосиски, ну по нормальной стоимости, не дешевые, чтобы они такое, ну ты понимаешь, качественные сосиски, и берешь их просто по жести, до корочки. В оливковом масле желательно прожариваешь. Просто знаешь, чтобы до корочки, аккуратно, чтобы не подгорели. О, это такой кайф вообще. Это оргазм, это до такой степени вредно. Но я иногда так делаю, поэтому, если что, попробую. Стрессуху снимает вообще офигенно. Что еще надо-то от меня? Что еще-то не надо-то? А? А, запас черного пороха. Там телега нам нужна. Телега. Ну вот сжигать-то зачем? Вот скажите, вот все зачищены. Вы представляете, сколько... Каждая эта юрта по нашим современным деньгам, я вот серьезно говорю, они 150 тысяч стоят. Переведите это все в старые юани там какие-нибудь. Вареньки, говорят, тоже неплохо стресс снимают кап. Вареньки, да... Но вареники, они водянистые, если ты понимаешь, о чем я. То есть ты как бы и кайфанешь, но и водички хлебнешь. А жареные сосисочки, прожаренные, они как бы чистый кайф. Форса, у меня к тебе такое предложение. А что если соединить вареник и как бы сосиску-то пожаренную? Мне кажется, это вообще это комбо. Комбо-брейкер. Yeah.
Еще со сметанным соусом. И... Гарри полностью шарит за сметанный соус. А так я не добрался за этого сраного соленого ветра. Тоже деревня становится легендарной. Что у нас там по времени? Уже третий час, надо закругляться. Сейчас, короче, соленый ветер чекнем. Завтра я буду весь день душить вас этой игрой. Душить буду, говорить. Оу-е-е. Только я сегодня 5 с небольшим постримил, а еще 2 с небольшим. Нормально. Зато я прокачался, зато следующие миссии для меня они будут попроще. Я вообще не сюда. Да сражайтесь вот там со своим медведем, я уже 10 раз эту сцену сражения с медведем видел. Падла, развел. Он сделал комбо, он еще закричал. Он дернулся и закричал. Это верный знак атаки. Тонкое психологическое воздействие. Нормас, я их тут зарубил. Так, бомба-липучка. Take this. А чего этот мужик скопытился, мне интересно. Непонятно. Так, ну что, соленый ветер. Легендарный соленый ветер. Что тут произошло? Тут же был вопросительный знак. Что тут? В одном противоборстве 3. Так как вообще понимать? Как это вообще понимать в одном противоборстве?
Так. И все? А про что вы мне тут рассказывали? Про какую-то там хрень. Тут еще что-то не исследовал. В общем, все, последний вопросительный знак. В 10 или 11 по Москве будешь запускать. Не знаю, мульти. Не знаю. В 11, наверное, да? В 11, наверное, где-то около 11. Может, 12. Давай, 40! А может, завтра проснусь с адской болью в спине и скажу, ну нахер, ничего не буду стримить. Потому что сегодня я что-то реально пересидел. Ну и все, да, планирую в 11. Хрюки вроде не нападают. Стрим лежа на диване с лапкой в маечке. Ну это моток стримит. Просто не видите. А, лиса. Иначе я объяснить нон-стоп 8-9 часовой стрима не могу. Любой тузик затечет адски от такой продолжительности. Прекращай форсом совращать мужиков. Да, пора урезонить форсу, которая требует от нас маечек. Давайте направим форсу на путь истины. Форс, скажи, чтобы это делал только мультистронг. Я зарядся лучами солнца. Твои апартамент. И заискрятся радуги во всех широтах Башкирии, и станет, настанет вечный мир, покой и любовь. Так, все на сегодня. Я не зря считаю, я запустил, я очень много конкретно тут закрыл. Просто мне так проще как-то, психологически мне проще. Потому что я чувствую, что этот остров почти все, почти он зачищен. Я могу просто на него в какой-то момент забить. А так чувство мучило незавершенность лично меня. Сейчас мы только заберем припасы, качнемся и я с вами попрощаюсь. Так, броник же там был. Вроде сам же мимас придумывал, а я девчонок возьму. А, девчонок, да, соблазняй девчонок. Соблазняй девчонок. Блин, ну вот эта хрень только, понятно. До свидания. Понятно, у меня недостаточно нормальное качество. Все, друзья, спокойной вам ночи, отличных выходных.
Кому интересно, увидимся завтра днем. Я запущу. Ну, в районе 11-12. Ну, поставьте уведомлялку, увидите. Кому интересно, придете. Все, спокойной ночи.